В рамках занятий школы юного журналиста, которая была организована в Елабужском институте КФУ, школьники Елабуги получили возможность побывать в роли телекорреспондента и ведущего. В течение 3 дней сотрудники телестудии и пресс-центра учили детей писать тексты, сценарии, брать интервью и не бояться камеры, снимать тематические репортажи, ток-шоу и ролики на YouTube. Задумчиво почесывая затылок, каждый уже размышляет о том, каким он станет ведущим новостей. Сегодня учились в школе журналистики. Мы приняли участие в создании телепроектов и были впечатлены работой профессионалов. На образовательных мастер-классах ребятам рассказали о том, как на практике строится работа пресс-службы, какими навыками должен обладать официальный представитель образовательного учреждения и как наладить партнерские отношения с представителями СМИ. Также для школьников была организована экскурсия в студию Елабужской службы новостей, где ребята познакомились с опытными журналистами и понаблюдали за процессом создания новостного выпуска. Мне очень все понравилось. Мы посетили несколько телестудий, побывали на мастер-классах, узнали новые понятия, такие как стендап, интершум. Довольно актуальным для детей стал тренинг по развитию лидерских качеств от ведущего специалиста Центра психологической помощи образовательного процесса Ирины Талышевой. То есть лидер, когда он ведет за собой, он должен понимать, что на нем лежит ответственность. Правда? Уникальность школы заключается в том, что и теорию, и практику преподают действующие журналисты, операторы и редакторы. Уже осенью организаторы планируют расширить аудиторию слушателей и подготовить целый курс интересных встреч, мастер-классов и лекций. Адель Шамилова, Диана Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Универньюз.